Плачевом гостевой, вот, все зовут, все там приезжайте, но вот вопрос стоит хорошо. Приехали автомобильные путешественники, заняли небольшое количество отелей, которые в этих малых городах были, а дальше все, беда, больше размещать людей негде. И получается, что все усилия по развитию туризма любого, кто живет в самых массовых малых городах, сводятся к тому, что люди приехали на один день, потратили только минимум денег, сувениры, питание и уехали. Средств размещения нет. Поэтому в этом случае кемпинг и кемпинговые стоянки в качестве сезонного размещения становятся у нас наиболее выгодным вариантом с точки зрения бизнеса и с точки зрения быстрого решения вопроса. Соответственно, еще раз вернемся к вопросу кемпинговых стоянок. Здесь вот опять то, что находится у нас по дороге. Кстати, вот этот слайд, это, который в составе МФЗ, кемпинговая стоянка, это идеальный вариант, примерно, в составе МФЗ. Автор его, кто выдал иностранец, система поиска, некий иностранный, некий, по сути, дизайнер Белоруссии, который придумал вот такую концепцию, которая идеально ложится. Больше примеров идеальных для России, я нигде не видел. Слайд, находящийся слева, соответственно, рядом, это проект, который до сих пор не реализовался у нас в городе Валдай. Это как раз малый исторический город. Это проект стоял горно-миллионный, который заглох и не может решиться как раз из-за проблемы с отношениями с местными властями. Там не дают возможности именно в центре площадки снести старый фундамент, на котором почему-то оказался такой исторический охранный статус. Вот сам проект — это именно тот вариант, когда инвестор готов сделать маленький гостевой дом, маленький отельный комплекс. Вот здесь даже у нас располагается музей, и, соответственно, на территории комплекса размещается кемпинговая стоянка. Соответственно, чтобы вы понимали, что мы рассчитываем не только на корабль, вот те люди, которые переоборудуют свои доступные средства размещения и могут путешествовать. Очень интересно, наверху Мерседес, это действительно таким образом путешествует группа из Германии. Путешествует по всему свету, приезжает в Россию. Это тоже путешественники считаются кораблями. Ну, всем известно таких понятий, тут, о чем я говорил, вот этот путешественник, который переоборудовал обычный страны в Берлин, жилой дом, маленький дом на колесах. Соответственно, примеры, как это происходит в Европе. В Европе эта тема очень популярна. Кемпинговые стоянки, так называемые стелплацы в Германии, это действительно основа бизнеса на малых исторических городах. Все они имеют и четкую систему расположения, четкие стандарты и, соответственно, очень большую базу, где можно их найти и подобрать. Вот здесь пример, к которому мы еще вернемся, это город Побратим Суздаля, город на Таубере, и мы видим, что за городской чертой, чертой городского исторического города, расположены 4 парковки, которые принимают туристические автобусы, обычные легковушки, то есть весь турбокор принимается за чертой исторической части города, и в составе этих 4 общих парковок сделаны еще 2 кемпинговые стоянки. И высокий сезон летом, они полностью. Мы приедем после 4, мы можем даже на них не найти место. Соответственно, вот так выглядит кемпинговая стоянка. Почему, чем она интересна и удобна для малых исторических городов? Это бизнес-проект универсальный. Она способна принимать в том числе и туристические автобусы. Размер вечера, как мы уже с вами говорили, там 70 метров квадратных, 7 на 10 метров сделать, спокойно помещается обычный туристический автобус. Поэтому здесь она не только рассчитана на провайдеров, она рассчитана на прием, в том числе и туристических автобусов. Вот конкретно этот пример, когда спрашивают, сколько стоит построить подобную кемпинговую стоянку, вот здесь, если посчитать примерно, наверное, на 30 домов, вот полностью под ключ, со всей инженерией, со всем, цена этого проекта в Испании, с их ценами на землю и на рабочую силу, на все это, 160 тысяч евро. Вот, для больших крупных исторических городов, я имею в виду с хорошим бюджетом, в рамках общего градостроительной политики, по-моему, это не очень большие деньги, которые спасут город от разорения наехавшей толпы неорганизованных крупных туристов. Потому что, может произойти обратный эффект, то есть, когда местные скажут, зачем нам этот поток, готовы ли мы его принимать, если мы не можем прикрывать свои автомобили. Вот такие вещи не спасают. Соответственно, вот так выглядит кемпинговые стоянки, интегрированные даже в рамках обычной стоянки Германии. Вопрос о том, кто может ночевать на кемпинговой стоянке. Вот пример обычный практически. Легковой автомобиль, даже со своей стандартной печкой-кондиционером, вот он также может приехать в город, отдохнуть, ему отель не нужен. Соответственно, и то, к чему мы приводим, это экологические парковки в городе, которые
соответственно, навигация, которая располагается на этой фильмовой стоянке в малом историческом городе, показывает все достопримечательности, куда можно пройти, где можно отдохнуть, где можно развлечься. Ну, опять же, классика, вот так выглядит именно парковка в составе, общих парковок Ротенбурге на Тамбове, романтической дороге. Теперь вот еще интересный пример, который я хочу коротко рассказать. Маленькая страна Словения. Мы ее любим очень, это наша, так сказать, по путешествиям вторая родина. По площади эта страна занимает половину Московской области, по населению чуть больше 2 миллионов. С 2014 года муниципалитет маленького славянского города Мирна подумал о том, что Кемерово стоянка их спасет. Эти энтузиасты, в том числе муниципальные и совместные с караванерами, сделали первую стоянку. Предложили другим муниципалитетам объединиться и делать тоже подобные вещи. Стоянки небольшие, от 5 до 10-15 домов. Вот, соответственно, я говорю про общий проект. И сейчас, на 2020 год, то есть прошло 6 лет, на территории Словении 110 кемперов и 115 кемперов стояли. За 4 года в стране размером с половиной Московской области появилось 115 кемперов стояли. 75% из них муниципальные. И 20%, примерно 20% из этих стоянок муниципальных бесплатные. Они полностью народу, может чистую электричество слить воду. Эти стоянки бесплатные. Но скорее понимаешь, что человек приедет, он свои 100 евро здесь в этом городе за ночь ставит. Причем за эту стоянку, даже не оплата, оплата в пределах до 20 евро, то есть 20% от общей суммы, которую потратит турист в этом городе. Соответственно, и это не было бы возможно без поддержки энергетического офиса с 2015 до 2016 года, когда проект запустился, за 2 года он развился. Этот проект присутствует на всех крупных туристических выставках, рекламируя свои кемперовые стоянки. Раньше поток иностранцев через Словению был транзитным. В основном народ ехал из Германии, в Хорватию на море и все. За 4 года словенцы умудрились остановить у себя на месяц всех туристов, которые приезжают к ним с транзитом. Вот, соответственно, выглядит как план этого проекта. Вот так они представляются на выставках. Вот это караванерская линия в Словении, город Новое Место. Была буквально 3 года назад, мы были в этом месте, останавливались, была обычная городская парковка и разворотный круг для автобусов местных. Соответственно, вот в этом году открылось некоторое стояние. Так, всего 6 мест. Вся общественная зона оборудована, она интегрирована, соответственно, на крайней городе находится, интегрирована в городскую сеть, никому ничего не мешает. Транспортный поток не кошмарит историческую часть города. Соответственно, вы оставляете здесь свои автодома, можно остаться на ночевку, можно на 3-4 часа, чтобы посмотреть город. Рядом спортивный комплекс, где рядом река, то есть можно поиграть в теннис, можно встать на сад, сесть на байдарку, еще покататься, посмотреть речку. Оборудование стоянки по оборудованию, не считая парковочного места, обошлось всего 10 тысяч евро. Полное оборудование под ключ. Муниципалитетом. Все. Элементарно. Еще один существует вопрос, как туризм развивает малые исторические города. Проект французский, города-спутники. Соответственно, даже мои знания по французскому языку не позволили слово перевести и разобраться в политической системе Франции, но министерство связано с экологией, вот этот лейбл Девеляжа Кабре, раздает тем малым историческим городам, которые находятся в непосредственной близости от центральных автобанов страны. То есть задача тех потоки, которые будут по главным дорогам Франции, для отдыха повернуть на час, на два или на ночь в эти маленькие исторические города. Для этого сделано, в принципе, все. Разработана классическая навигация. Сейчас в этом проекте участвуют 56 коммун, более 80 городов, они считают, будет включено в 2025 году. В этот проект вовлечено уже 2500 предпринимателей. Соответственно, 80% это коммерческой продукции местного производства в этом проекте. Соответственно, вовлечено в эту деятельность до 160 тысяч местного населения. Соответственно, и 75% непосредственно участвуют в этом, коммуницируют со всеми потребителями, которые уезжают в эти города. Соответственно, довольны 98% и 97% готовы еще вернуться и воспользоваться. Соответственно, из них 53% это обычные путешественники, и, соответственно, столько же половины это караваны, которые пользуются этими услугами. И вот перечень
тех услуг, которые могут получить люди с любого трассы с автобаном. Соответственно, вот как это работает. На автобане установлены с трехкратной повторяемостью, соответственно, указатели, что через 20 километров будет такой город. И какие услуги там можно получить? Человек планирует, что он не мог по разделу там остановку, сворачивается в другой город и потребляет все, что сказано. Идет в ресторан, покупает сувениры, посмотрел эту маленькую городовую деревушку, отдохнул, если пришло время, остался на ночевку. Потратил деньги, поехал дальше. Мы сейчас сегодня будем дальше говорить, как честным образом направить автомобиль в путешествие на караване на деньги. Соответственно, вот статистика в качестве опроса, кто сколько как посещает эти проекты, останавливается. Теперь наши практики у нас. Это город Сергиев Посад при поддержке нашего клуба. Предприниматель сделал небольшую стоянку в центре Сергиева Посада, Клинногарда. Соответственно, она работает, принимает как туристические автобусы, работает как стоянка при, ну, просто для обычных легковушек. Когда приезжает группа или участник, приезжает автомат, подключается, смотрит город, соответственно, существует как вполне работающие бизнес-модели. Вот те группы, которые сюда приезжают, довольны, что есть такая инфраструктура. До Троицы Сергиева Лавры 200 метров перейти дорогу к Павловскому переходу. Все. Ну, вид сам показывает, вот как красиво себя стоит. Ну, это классический пример. Малый город, исторический колодный, Кемер, Кремля, проект группы компании «Этекер». То, о чем я говорил, это, соответственно, сразу после открытия «Этекера». То есть здесь, ну, порядка, более поправка, 20 печей. Сейчас это выглядит немножко по-другому. Больше половины этих печей занято, соответственно, мобильными домиками. Бизнес сориентировался, если в колонну приезжает большее количество обычных путешественников, он быстро сориентировал, поставил мобильные домики. Ну и, соответственно, где еще могут быть кемпинговые стоянки, как бизнес-модели, чтобы спасти малоисторические города? Агроусадьбы, музейные комплексы. Хороший пример, который тоже при поддержке нашего клуба. Цельск, Спасского Тавидова. Соответственно, приехали, провели фестиваль, директор музея сказал: друзья, мы рады вас видеть, будем снова. Мы делаем при музейном комплексе настоящий полноценный кемпинг. В следующем году приглашали всех на открытие кемпинга в начале июня. Он будет открыт. Добро пожаловать, увидите, как это действует, как это работает на территории исторического сада. Соответственно, список городов, где они востребованы. И еще я хочу очень коснуться четыре фотографии. Это негативное влияние. Мы говорим о позитиве караванинга, это негативное влияние караванинга, даже в том числе организованного, в том числе иностранного. Если в малом историческом городе, либо на исторических объектах, где кемпинг стоят, что у нас происходит? Ну, здесь уже, как говорится, водный кодекс, исторический кодекс и все остальное, это организованная группа из Германии. Причем, что самое обидное, что этот тур был организован Ассоциацией автомототуризма при поддержке. То есть считалось, что работают специалисты. Но мы тоже делаем подобные туры, мы знаем, что в районе Кириллова есть кемпинг, и привозим свою группу туда, за ночевку. Здесь ночевка была организована под охраной и историческое охранение территории. Что самое страшное, это произошло еще зимой, как если автомобили более 5 тонн, до 12 тонн. Какой урон они могут нанести природе? Есть еще более страшная фотография. Вот эта зона, она вообще охраняемая исторически. Что случилось с газоном после этого разворота? Эти транспортные средства вы видите сами. То есть это по закону музея Кирилло-Петровского монастыря, это охранная зона. Самое страшное другое, что на сайте Домодорога, на сайте производителя разных домов-бимобил, вот это распространяется как побуждение к действию другим. Кто приедет сюда в эти группы, как реклама, что можно сделать в России. А вот здесь про романтику, ночевки на отдыхе. В принципе, продвижение кемпинга постоянно, об этом расскажет мой коллега, но это мобильное приложение и выставки. На этом спасибо. Да, Андрей, спасибо. На самом деле, вот последняя часть тоже была очень любопытной. Ну, наверное, это связано, может быть, с ним, со всеми нашими глобальными недоработками, кто-то еще воспринимает там Россию как страну, где все дикое, и делай, что хочешь, приезжай, делай как вот в таком виде. Это было объяснимо, что эти люди не путешествовали сами. Этих больше людей было профессиональное сопровождение из России. Ну, вот здесь вопрос о
взаимодействие, коммуникация именно специалистов, которые ведут эти туры, муниципалитетов. Письмо отправлено на руководство Вологодской области, говорят, что через год, возможно, будет там некоторая стоянка. Весь вопрос, чтобы была логичная туристическая навигация и все остальное. Ну, главное, это возможно все вот так, что, чтобы все не просто запретили после этого кемпинги, да, но вроде об этом речь идет. Спасибо, Андрей. А мы переходим.